разговорчив. Он охотно подтверждает свой статус вора в законе, грузинской масти. Какое положение вы занимаете в криминальной среде? В смысле? Вором себя признаешь? Конечно. Где короновались? Грузии. Понятно. А кто за вас подписывался? Да обязательно, что ли? Ну скажите. Не скажу. Это Тынгот Белиски. Его тоже задержали с наркотиками. Он регулярно употребляет их и сам. Специализация в преступном мире – барсеточные и автомобильные кражи. За это он уже отмотал срок. А чего украл тогда? Барсет. Где? В районе Бирюлево.